что ты замолчала сразу? А, Миня, почему ты сразу замолчала, как увидела, что микрофон включен? Привет, друзья! Сегодня предмет разговора вот такой. О, Господи! Используйте Google браузер. Называется эта штучка резонатор Грачева, сокращенно РГУ, так называемый. Инновационное средство радиоволновой защиты. В двух словах, что это такое? Я вот сайт, вы видите, да? Можете зайти и изучить информацию о приборе. Резонатор Грачева РГУ-21М3, защитное средство радиоволнового диапазона, предохраняющее от сторонних электромагнитных наводок широкого спектра, волновых шумов, бла-бла-бла и так далее. В общем, этот прибор, как пишут, вот, кто там, разработчики, наверное, защищает нас от воздействия разных вот телевышек. Вот на каждых высотках сейчас стоят, как они называются, ретрансляторы, да? Наверное, я точно не вот знаю. Вот это все вредное воздействие, психотронное оружие даже вот здесь приводится. От излучения телефонов, компьютеров, телевизоров. Предохраняют они как-то вот глаза берегут. Ну, не предохраняет, конечно. Предохраняют другие приборчики. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Куда это нас понесло? Да. Вот. И я тут пересказывать ничего не буду, да. То есть название сайта вы видите на экране. Можно на стоп нажать и перейти. Что хочу сказать, вот купить резонатор армейской комплектации, то есть они как бы вот заявляют, я не знаю, правда это или нет, что в армии военные используют вот этот прибор, как бы, стоит этот прибор 10 тысяч рублей за один прибор, там, ну, в общем, кусается, здорово кусается. Что еще сказать? В общем, мы купили эту штуку за 10 тысяч рублей. Дуракам закон не писан. Почему дуракам закон не писан? Не писан. Ай-яй-яй. Почему не писан? Ну, она так говорит. Почему? Потому что мы купили этот приборчик. Ой, дай бог памяти. Как вам это? Года полтора назад, да? Да? Разве не в прошлом году? Не знаю. Да, полтора назад. Года полтора назад мы купили. Тут недостаток этой штуки вот в чем. Никак не проверишь, вот работает он или не работает. Как бы вот мы его вешали на люстру. Вот в вертикальном положении он должен быть. Его можно на грудь. Мы сейчас это покажем. Вот сейчас сайт. От сайта перейдем на свою кухню знаменитую. И покажем этот прибор. И как его носят, как он в выключенном состоянии, как во включенном. Но я сразу и честно говорю то, что я вот чисто физически как-то, или я не знаю, метафизически, я вообще никак не чувствую, что вот его воздействие. Но я только помню первое время, у нас с тобой глючили приборы. Немножко у нас Wi-Fi начал немного глючить. Постоянно то пропадал, то появлялся. Ну, может, это совпадение, или может, и это от катушек. И первое время у меня башка болела. Башка болела. Ну, не знаю. У нас не было тогда катушек. Мы не было катушек еще. Не купили еще. Не знаю, не знаю. Я не могу ничего сказать. Ребята, выбор за вами. Хотите, покупайте, хотите, нет. Но у нас такая штука есть. Мы на улице с ним ходили, по улице ходили, вот. На шее там шнурок, на шее его вешаешь. И... Или можно на ремень зафиксировать. Можно на ремень, да. Но мы сейчас все покажем. Вот, вот такая вот штука. Тем не менее, она у нас есть. Вот, мы целенаправленно и умышленно отходим нафиг от этой официальной медицины гребаной. Вот, альтернативные вот такие вот штучки. Ну все, пойдем. Сейчас мы это я выключаю. Ну вот мы, ребят, переместились на кухню. И вот он, собственно говоря, собственной персоной. Этот самый приборчик РГУ. Резонатор Грачева, так называемый.
Я ссылку на этот сайт, где продают этот прибор, оставлю все-таки в описании, потому что как-то видео с экрана плохо записалось. Я не знаю, будет там видно название этого сайта или нет. Ну вот, в общем, вот так он выглядит. Вот так выглядит. Ты вот боком поверни его. Да. Ну поверни боком как-нибудь вот так вот, чтобы было видно, что там... Этот шнурочек убери. Там вот внутри, вот подергай как-нибудь, другой рукой возьми. Вот. И вот. Вот там жидкость какая-то. Типа какая-то специальная вода. И вот такая обмоточка проволоки, которая то ли там типа заземления. В общем, вот так она выглядит. Вот так выглядит этот прибор. Вот, предназначен он уже выше, я сказал, для чего. Там почитаете, посмотрите, решите для себя, надо или нет. Вот, в общем, в таком состоянии, в котором сейчас вот мини держит, он как бы вот в рабочем состоянии. Вот так он типа не работает. Вот так работает. Специальный вот этот, как его, кофр, да? Чахол. Маня. Вот. Закрывается и можно носить, скажем так, на шее. Опаньки. И все, мини отныне защищена от радиоизлучения, от всего вот этого. Да, вот да. Так вот. Ну, наверное, удобнее всего, пожалуй, будет теперь, одеть на ремень. Да, теперь она оденет сейчас на ремень. То есть там тоже есть такая штучка, да? Давай. Да особо ты не напрягайся так, это просто покажи, что есть там вот. Вот такая вот фигня. Опаньки. О, и все. А шнурок так и будет болтаться, что ли? Его можно внутрь засунуть. А, ну да, шнурок можно внутрь засунуть. Ну вот и все, можно так. Вот, не знаю, братцы. Если кто использует, пишите, пожалуйста, в отзывах. Или как это называется? Да, в отзывах. В комментариях. В комментариях. Я уже чокнулся со всеми этими сетями. Вот. Может, что-то мы неправильно делаем. Ну, не знаю. Я, как выше говорил, я как-то особого воздействия не вижу. Ну, не ощущаю в смысле. Оно, может быть, и есть. Я не ощущаю. Вот такой вот приборчик, собственно говоря. И говорить-то больше нефига, да? Да. Вот такая штука. У нас еще вот стоит кулич. Красный, как и я. Красный кулич. Меня с сестрой с моей делали сами на Пасху. У нас он немножко подгорел. Нет, вкусный, кстати, получился нормально. Вот. Лазурь красная. Дети на эту Пасху не бегали. Два пацаненка только прибежало и все. Ну, понятно, по каким причинам. Ну вот, вот такой куцый обзорчик вот этого приборчика. Все, пока. Пока-пока.